Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать сегодня здесь вас в студии АСБ. Для начала я переведу с телевизионного на нормальный человеческий язык, что такое АСБ. Это аппаратно-студийный блок. Расположен он в государственной телерадиокомпании «Саратов». Ну и раз уж мы начали переводить что-то, давайте, наверное, и продолжим. Я не знаю, знаете ли вы, как переводится слово «man» с английского. Напомню, он имеет два значения. Это «человек» и «мужчина». Слово «woman», к сожалению, подобной двоякости лишено. Русский язык отнесся более благосклонно к прекрасной половине человечества. Но, тем не менее, название многих профессий и уж тем более должностей произносится лишь в мужском роде. Ну, предположим, директор, министр, врач, журналист. Но если разделить наш журналистский корпус на две половины, то, безусловно, большую часть составит женщина. Именно поэтому сегодня здесь, в этой студии, мы решили провести конкурс, который называется «Мисс Пресса 96». И я приглашаю участниц занять места в студии. Ну а сейчас я хочу представить вам почетную гостью нашей сегодняшней программы. Вы с ней, конечно же, уже хорошо известны по передачам саратовского телевидения. Это Роза Николаевна Юрко. Я прошу цветы в студию. Цветы предоставлены муниципальным предприятием «Горзеленхоз», директор Михаил Мавлитович Тадеев. Ну а сейчас настало время представить жюри сегодняшнего конкурса. Иван Георгиевич Кузьмин, министр печати и информации правительства Саратовской области. Николай Федорович Зорин, председатель правления областной организации Союза журналистов России. Анатолий Васильевич Филиппов, председатель государственной телерадиокомпании «Саратов». Петр Петрович Антонов, директор конкурса «Хрустальная корона России». Анна Ивановна Хавайко, старший редактор государственной телерадиокомпании «Саратов», председатель оргкомитета конкурса «Мисс Пресса 96». Но сейчас я хочу предоставить слово еще одной нашей сегодняшней почетной гости. Это Эльмира Шамсутдинова, победительница многих престижных конкурсов красоты. Напомню, что в этом году она завоевала звание «Мисс Вселенная 96». Я хочу сказать огромное спасибо оргкомитету конкурса красоты «Мисс Пресса» за то, что они меня пригласили на такой конкурс. Я впервые на таком конкурсе, и я, к сожалению, не знакома с критериями оценки на подобном конкурсе. Но я бы, тем не менее, я бы хотела пожелать всем девочкам удачи, потому что без удачи никто никогда вас не выберет мисс. Вы должны знать, что сегодня именно вам сопутствует удача. И я хотела бы пожелать компетентному жюри, чтобы они были немного благосклонны к участницам, потому что этот конкурс проводится в Саратове впервые. И я думаю, что девочки волнуются. И хочу пожелать зрителям, чтобы у них остались очень хорошие воспоминания об этом конкурсе. И хочу сказать огромное спасибо всем. Ну и заканчивая знакомить вас с компетентным жюри сегодняшнего конкурса, я представляю главного редактора газеты «Саратовские вести» Татьяну Викторовну Артемову. Итак, мы начинаем. Первый конкурс нашей сегодняшней программы заключался в выборе делового костюма. И сейчас жюри и вам, уважаемые зрители, предстоит оценить шарм,
стиль и очарование каждой участницы. А я между тем познакомлю вас с ними. Второй номер, прошу. Ольга Мотева, 23 года, представитель областного еженедельника «Заря молодежи». 4 года ее журналистский стаж. Сейчас учится заочно в Государственном университете. Основным хобби своей жизни считает собственного мужа, солиста театра, оперы и балета. Участница под номером 3 Ольга Коровинская из «Базарного Карбулака», газета «Вестник района». За плечами педагогический институт и Поволжская академия госслужбы. Знания по педагогике и юриспруденции позволяют ей работать в широком диапазоне. Участница под номером 4 Ульяна Сказкина. Пресс-секретарь администрации города Энгельса. По образованию журналист, по обязанности человек, призванный крепить дружбу со всеми средствами массовой информации. Пятая участница – корреспондент газеты «Саратов». Пишет в основном о происшествиях, пожарах, грабежах, ураганах. Написать может обо всем, но лишь в газете «Саратов». Галина Быстрякова, 7 номер, из Аткарска. Корреспондент газеты «Ленинское знамя». В газете заведует отделом промышленности, транспорта и связи. Закончила Московский железнодорожный институт. Восьмая участница – Ольга Вильман, корреспондент регионального приложения газете «АИВ» Саратов-Тамбов, а также «Энгельские новые газеты». Окончила филологический факультет Государственного университета. Зарема Сальникова, 9 номер, журналист радиостанции «Европа плюс Саратов». Журналистский стаж 2 года. На радиостанции работает с момента ее основания. 10-я участница Светлана Архипова представляет новую газету из Энгельса. Считает журналистику болезнью, от которой невозможно излечиться. И, наконец, 11-я участница сегодняшнего конкурса Анастасия Корякина, государственная телерадиокомпания «Саратов». Редактор молодежного вещания. Именно она в курсе всех новых молодежных веяний. Да, я забыл, к сожалению, представить еще двух участниц. Сейчас, одну минуту. Ну, какая-то неувязка с микрофоном, сейчас одну минуту разберутся. Итак, слово участницы под номером 5. За то недолгое время, пока девушки были вместе, пока готовились к этой программе, к этому конкурсу, они, наверное, все передружились, и поэтому решили брать интервью друг у друга. Итак, участница под номером 5. Настя, судя по тому, как тебя приветствовали коллеги, я сделала вывод, что они тебя очень любят. Так расскажи же нам, что в тебе такого восхитительного? Конечно, могу сказать, что об этом лучше расскажут мои коллеги, но я стараюсь сделать так, чтобы меня любили независимо от того, какие у меня есть качества. Просто как данность. Все должны любить друг друга. И я думаю, что все думают точно так же. Я их также встречаю всегда, я радуюсь им так же, как они мне. Замечательно. Ты тележурналист. Скажи откровенно, часто ли у тебя возникает желание дать человеку, у которого берешь интервью, микрофоном по голове? Ну, не знаю, микрофоном по голове вот засунуть в рот бывает хочется, а по голове не было такого еще пока. Повезло твоим собеседникам. И еще один коварный вопрос на твою находчивость и сообразительность. Представь, ты заходишь в очень серьезный кабинет к очень серьезному человеку и готовишься к очень серьезному разговору, и вдруг под тобой рассыпается стул. Твоя реакция?
Я думаю, что в таких случаях, наверное, лучше просто не садиться, если идешь на серьезный разговор. Я думаю, буду до последнего ждать, пока он меня поднимет. Делать больше нечего, наверное. Спасибо за вопросы, спасибо за ответы. Я прошу передать микрофон шестой участнице. Моя участница в этом конкурсе номер 11. Ильича Кухту, главный редактор газеты «Новый стиль». Петр Васильевич, у меня к вам такой немножко сезонный вопрос. Вот сейчас убирают осенние листья, сгребают их в кучи. Вот что бы вам хотелось вымести из своей жизни и в каком стиле вы бы это сделали? Вы знаете, как журналист я свою жизнь соизмеряю с жизнью общества, поэтому я хотел бы, чтобы из нашего общества вымели наконец беспорядок. А как это сделать, я сейчас не могу сказать, слишком жестко. Ну, продолжим, если такую тему о растениях. Вот в одном известном рассказе был такой писатель, который слушал, как растет трава. Вот каким звуком мира прислушиваетесь вы? Вернее, какие я люблю, да? Я люблю, когда я делаю разнос подчиненным или учу, как нужно переделать материал, слышать, как шевелятся их мозговые извилины. Хорошо, здесь нет никого из газеты «Новый стиль». Ну и такой вопрос, который я вам сознаюсь честно запарковал сам Петр Васильевич, но можно я его задам? Традиционный вопрос. Вот всегда обычно, когда мы не знаем, о чем уже говорить на своих молодежных всяких тусовках, мы спрашиваем, ну а все-таки что такое рамамбахара мамбуру? Так сразу и не ответишь. Да. Не ответишь. Так группа «Ноль», по-моему, сама не знает на этот ответ. Вот видите, мы похожи уже с этим хотя бы, с группой. Да, так что, значит, вы молоды душой. Ну, хочется надеяться, конечно. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ну что ж, уважаемые зрители, уважаемые жюри, я думаю, вы заметили, как спало волнение наших участниц, когда они почувствовали себя словно на своем коне. Ну, а пока жюри подводит итоги за все удачно заданные или неудачно заданные вопросы. Светлана, 72 балла. Корякина Анастасия, 84 балла. Спасибо, жюри, спасибо. А мы переходим к следующему конкурсу. Информация. Как много она значит для журналиста? Информация – это наш насущный хлеб. Хотелось бы, чтобы она всегда выглядела, ну, такой ударный, такой замечательный. Поэтому сейчас вам, уважаемые конкурсантки, нужно будет показать, насколько вы свободно себя чувствуете в информации. Для чего? Вам нужно будет переделать один материал, текст я прочитаю чуть позже, в благодарственное письмо пенсионеров, в юмореску, в разгромную статью, в ударную передовицу или в любой другой материал. А теперь сам текст. Заголовок. Абитуриенты точат перья. Недавно в колледже имени Яблочкова прошел день открытых дверей. Более 200 потенциальных абитуриентов познакомились с одним из лучших колледжей города. 8 специальностей к их услугам, точнее на выбор. Сейчас колледж заключил договор с 3 школами, так что выбор у него осенью будет. Ну, а пока вы готовите свои материалы, мы слушаем песню в исполнении группы «Навигатор». Я приглашаю сюда на подиум участницу под номером 4 Ульяна Сказкина, пресс-секретарь администрации города Энгельса. Спасибо. И, наконец, последняя участница этого конкурса, Анастасия Корякина. Ну, так как я работаю все-таки на телевидении, то моя переделанная заметка будет выглядеть как телевизионный репортаж. К сожалению, не удалось такой скоростью подготовить видеоряд, но надеюсь, что ваша фантазия мне с лихвой это заменит. Да, есть там еще, это как бы разговор стихотворный жанр, здесь прозвучат названия коммерческих фирм, но не думайте, что это как бы реклама на конкурсе. Просто если будет такой репортаж, то этой скрытой рекламой можно было бы окупить эфирное время, во время которого идет этот репортаж. Абитуриенты точат перья. Эпиграф.
Есть в народе странные поверья. Если кто-то где-то точит перья, значит, в жизни абитуриента наступают трудные моменты. Недавно в колледже радиоэлектроники имени Ялбочкова прошел день открытых дверей. Вдоль Астраханской гляжу и не верю. В колледже настежь распахнуты двери. В эти двери фирма «Тайзер» часть души своей вложила и за это благодарность от студентов заслужила. В колледж немало пришло посетителей, больше 200, не считая родителей, чтобы подробнее осведомиться, как и чему можно здесь обучиться. Школьники грустно глядят друг на друга. 8 специальностей есть к их услугам, 8 специальностей самых различных. Выбрать, конечно же, проблематично. Кстати, и биржа находится рядом. Верьте, там будут вам искренне рады. А заплатите 5000, вам устроиться поможет в годы трудной учебы друг ваш биржа молодежи. Техникум бывший, нынешний колледж, прочные связи наладил со школой. Больше про колледж узнают ребята, осенью выбор будет богатый. Все, что нужно для учебы, тем, кто первым быть привык, с удовольствием предложит фирма «Местная Старик». Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, когда эта программа выйдет в эфир, руководство колледжа имени Яблочкова по достоинству оценит творение наших дорогих конкурсанток. Ну а сейчас этот конкурс я предлагаю оценить нашему глубоко уважаемому жюри. Ну а пока они оценивают конкурс, вам, уважаемые зрители, я предлагаю оценить замечательные модели, которые выполнила Оксана Вальшевская. На записи телевизионной программы. Я прошу всех занять свои места, поскольку мы продолжаем наш конкурс. Итак, сейчас я вновь приглашаю нашего замечательного импровизатора за красный рояль. Итак, импровизация на красном рояле. Весь вечер на манеже. Под номером 11 Анастасия Корякина с группой поддержки. Значит, мы сейчас вам исполним современную народную песню. Вообще, вы, наверное, все ее знаете в исполнении известной певицы Линды, но мы считаем, что она, забравшись на вершину шоу-бизнеса, стала петь под фонограмму, и мы хотим вернуть песне ее первозданную как бы сущность. Поэтому мы сегодня поем живым звуком. Да, по просьбе коллектива. Наше выступление посвящается, проходит под эгидой «Сделаем Саратов фольклорной столицей Поволжья». Здравствуйте. Это сделает нас огнем, это будет казаться.
хочу немного больше. Мало, 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 мало огня. Разрешают, это значит можно. Мало, 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 мало огня. Я хочу немного больше. Мало, 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 мало огня. Разрешают, это значит можно. Ой, якорь, 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 якорь. Это только не надо слез, это только не надо слов, это словно в последний раз. Ну что ж, судя по вашим аплодисментам, я подумал, Настя, а не записать ли тебе все-таки компакт-диск свой сольный? Два, с разными вариациями на тему йо-хари-йо-хари-йо. Ну а тем не менее, я приглашаю последнюю участницу этого конкурса, номер 8, Ольга Вильман. Вильман Ольга, 32 балла. Сальникова Зарема, 40 баллов. Архипова Светлана, 28 баллов. И Корякина Анастасия, 57 баллов. И еще минуточку внимания. Я бы хотел немного добавить, сказать вот о чем. Вы знаете, после этого конкурса у меня сложилось такое впечатление, я думаю, многие мои коллеги по жюри поддержат меня, что кто-то, может быть, слишком рано бросил свою основную профессию, а у кого-то есть возможность посвятить себя совершенно другому. Но я, как вы и прекрасно понимаете, это шутка. Действительно, журналист должен уметь все. Спасибо вам. Ну что ж, мы продолжаем. Продолжаем. Танцы под номером 9, Зарема Сальникова. А сейчас номер 11, Анастасия Корякина. Мне кажется, что самое ценное, что может быть у журналиста, как человека, это его впечатление. И вот мне хотелось бы как-то не делиться там всякими многочисленными историями, которые были, естественно, в моей телевизионной практике, тем более в нашей. Вот хотелось просто поделиться теми типажами, которые я встречала на своем пути. И, может быть, они меня подвигли к тому, чтобы стать журналисткой. Такие они были большие оригиналы, чтобы за ними можно было наблюдать. Когда мы поехали на первый курс в колхоз абитурой, мы все были юными девушками, поступившими на филфак.
но влюбились почему-то в одного парня. Кличка у него была Комиссар. Он приехал, как и все, с чемоданом, но в чемодане у него была кожаная шляпа, пара смены носков и топор, и все. Вот, это был наш кумир в течение долгих 2 лет. Вот, и теперь, значит, ну, мое выступление будет строиться как бы из маленьких рассказиков, чтобы, так сказать, можно сказать, из европейских впечатлений. Мне довелось один раз быть за границей, причем сразу в Париже. Вот это, конечно, меня сразило наповал, но больше меня сразил наш экскурсовод. Группа была детская, 6-й, 8-й класс школьников. И когда мы пришли в Лувр, у нас было очень ограниченное время, мы встали в центре зала. Дети встали вокруг экскурсовода. Она сказала: ну вот налево безрукая, направо лыбящаяся. Встреча через 15 минут в центре зала. Все были, естественно, сражены наповал. Вот. Ну а в конце такой маленький телевизионный анекдот, чисто специфический, ну... Ради бога, не подумайте, что он имеет какое-либо отношение к сегодняшней записи. Я думаю, коллеги меня простят. Звукорежиссер: ничего не слышу. Оператор: ничего не вижу. Режиссер: а мне нравится. Спасибо. 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 Ну что ж, а пока жюри оценивает устное творчество наших конкурсанток, я вновь приглашаю сюда на сцену танцоров клуба «Вита», руководителя Марины Николаевны Волошины. Последний конкурс будет самым, наверное, страшным. Мне в этой студии уже задавали вопросы, а теперь, думаю, настала пора задать мне, вам, несколько вопросов. Начну я, поломав традицию, с последнего номера, с Анастасией Корякиной. Настя, ну раз уж ты начала как-то рассказывать широкому кругу наши телевизионные секреты, давай уж тогда и дальше продолжай в том же духе. Как ты обычно поступаешь, если приезжаешь со съемок, а на кассете у тебя один брак? Нужно раскрывать эти секреты, ты думаешь? Ну, я надеюсь, что они будут интересны. Раз уж начала, так давай выкладывай дальше. Ну, во-первых, эти секреты для всех разные. Для человека, которого мы снимаем, они одни, а для наших коллег они совершенно другие. Давай тогда коллег оставим, но потом, а все-таки для человека, допустим, с кем ты записывал интервью, как выкручиваешься? Я вообще-то беру всю вину на себя и говорю честно, вы знаете, вот мне кажется, что-то мы с вами не договорили, что-то мы не успели сказать друг другу, и вообще, мне кажется, вы немножко плохо выглядели в кадре, давайте перепишем. Я думаю, это не стоит принимать во внимание всем тем, кому приедет Настя записывать интервью. Я перехожу к следующей участнице, Зарема Сальникова. Председателю управления областной организации Союза журналистов России Николаю Федоровичу Зорину. Уважаемые коллеги, уважаемые милые, очаровательные участницы нашего конкурса. Когда-то веселый серб Нушич сказал: труд журналиста высоко ценится, но низко оплачивается. И эта истина сохраняется, по-моему, и до сих пор. Но мы должны сломать эту традицию. Если мы сами не оценим себя, то дальше эту традицию нам не переломить. Я думаю, что нынешний конкурс как раз начало этой, так сказать, сокрушительной, положительно-сокрушительной работы. И кроме того, этот конкурс показал, что в нашем цехе, среди нас, так сказать, считающимися людьми несколько сухими и так далее, есть такие обаятельные сотрудницы, которые достойно представляют прекрасную половину нашей области. И еще я хотел сказать, вот мое личное наблюдение, боюсь, что столица журналистики скоро сместится в Энгельс. Вы посмотрите, в финале из 7 финалисток 3 представительницы нашего соседнего города. И они в какой-то мере, не по очкам, а, так сказать, по массовости, а может и по очкам, заткнули город Саратов. Но это соперничество очень приятное, дай бог, чтобы оно, так сказать, продолжалось к взаимной пользе. Я думаю, что география будет расширяться. Приятно, что у нас многие периферийные газеты представили своих сотрудников. Жаль, что еще крупные города Балаково, Балашов не подключились. Надеюсь, что начало хорошей традиции положено. И большое спасибо вам за вашу смелость, за вашу находчивость, потому что вы перешагнули ту черту робости и так далее и вступили в такой конкурс. Спасибо вам. Ну а сейчас слово имеет председатель жюри, министр печати и информации правительства Саратовской области
Иван Георгиевич Кузьмин. Уважаемые участницы конкурса, уважаемые присутствующие, жюри было очень трудно работать, поскольку все прекрасные, все очень хотели бы выйти в финал, все очень старались, но тем не менее конкурс есть конкурс. И я так полагаю, что на объективной жюри у вас обиды не будет. Из тех, кто оставался на втором туре, количество баллов распределилось следующим образом. Музафарова Наталья – 246 баллов. Сказкина Ульяна – 273 балла. Быстрякова Галина – 192 балла. Вильман Ольга – 233 балла. Сальникова Зарема – 233 балла. Архипова Светлана – 226 баллов. Корякина Анастасия – 289 баллов. Таким образом, первое место Корякина Анастасии – 289 баллов. Второе место Сказкина Ульяна – 273 балла. Третье место Музафарова Наталья – 246 баллов. Четвертое место поделили Вильман Ольга и Сальникова Зарема. Прошу встать. Ну и на пятом месте Архипова Светлана, 226 баллов. И шестое место Быстрякова Галина, 192 балла. Ну что ж, а теперь, я думаю, наступает самая приятная минута сегодняшнего конкурса. Минута награждений. Цветы в студию. Ваши аплодисменты. Всем участницам сегодняшнего конкурса, помимо цветов, которые предоставлены муниципальным предприятием города Зеленхоз, вручаются пакеты, парфюмерные наборы от магазина салона Ив Роше. Кроме того, как вы видите, в руках у них книги с весьма... Дайте посмотреть. Итак, в руках у них книги с очень многозначительным названием, которое называется «Леди Смелость». Ну а теперь, я думаю, это еще не все. Анастасия, 1 000 000 рублей! Сказкина Ульяна – 700 тысяч. Музафарова Наталья – 500 тысяч. Ваши аплодисменты. А я хочу сообщить вам, что и это еще не все. Иван Георгиевич, вам слово. Сказать большое спасибо тем, кто устраивал этот конкурс. Он очень прошел. Я считаю, для первого прям показал очень высокий класс. И также мне хотелось бы сказать Анастасии большое спасибо. Она доставила мне сегодня очень большое удовольствие. Я считаю, что пресса у нас и телевидение в надежных руках. Поздравляю.
Аплодисменты прошу ваши. Но и это еще не все. Это тоже еще не все.